сетку, да? Ну все, мужики, вроде поймали, удачу. Техника заработала. Пошла косьба! Валер, ну расскажи, пожалуйста, вот чем отличается русская косилка КРН, да, или как она называется, КРНЗ, да? КРН 2.1 от вот от, да, их там от польских, Вирекс, вот эти лисички. Ну, чем мне здесь эта польская вот нравится? Ножи очень быстро их менять тут. Нажал. Пальчик отжался у него. Нож вставил. И все. То у нас есть... их надо растопарить и все остальное. Расскажи, ну вот, вот почему вот у КРН вот это 2.1 отлетают ножи, ну и могут там попасть кому-то. Там, вот в основном, какая там система? Там же болты фиксируются, там сквозные они, болты. Угу. И нагайкой закручиваются, и штопор. Но обычно они раскручиваются, палец выскакивает. И нож полетел. И нож полетел, да. Здесь он невозможно. А, то есть, а он если ломается, он никуда не летит? Никуда не улетит. И надо сломать так, чтобы... Я не знаю, куда надо заехать, чтобы его отломить. Ну, я понял. То есть, и здесь, если он ломается, он просто падает. Ну, хода да. Далеко у него нет никакого. Чем мне нравится, она скользящая вот на низ у нее. А что это дает? Она не цепляет. Она скользит и проходит ровно. Не нагребает ничего. Понял. Сколько она 2016 года? Какие поломки вообще по ней были? Поломки по ней были единственные. Покажи, да. Здесь вот лопнуто. Но это чуть-чуть дефект был. Это мы сами виноваты. Перетянули вот этот болт. Ну-ка, расскажи. Вот здесь отсюда. Вот, да. Сильно вот это перетянули. Поэтому отломили. Там был тракторист, и он... А зачем он тянется, этот болт? А этот болт тянется, вот фиксатор, если что-то попадает, она отстегивается и отходит. А там перетянули, она не отстегнулась, и да? Она не отстегнулась. Володь, дай монтировку. Давай отстегнем, покажем, как она отходит. Чуть-чуть отпусти ее. Сейчас покажем, как отстегивается. Надо было опустить. Нет, 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 нет. Фиксатор там положил. Вот сюда вот, дай. Там, снимай. Да, да, да. А, вот он, фиксатор. Она вот так вот отщелкивает. Угу. И уходит. Она не ломается ничего. А когда перетянули, она не отстегнула. Там сильно пружина была очень затянута. Понял. Ну так, то есть ты доволен, да? Да, доволен. Пошла косьба! Косилка Вирекс польская. Пониже? Пониже сейчас опускает. Пошел. Шурует вообще, охренеть. Валера, а на кочке получается тоже обходит Вирекс, да? А? Кочка тоже обходит Вирекс. Ну ее регулируешь, ты поднимаешь чуть-чуть, и она... Кочка... Не, ну она вот прям идет, да, вот так, да, и по, да, кочкам. Да, а за счет, да, чего она это... А у нее тарелки снизу, они крутятся. Она как бы... И он, получается, все вот эти ямки обходит тоже, да? Да, да.